субботу в Самарской области ясная морозная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 18, минус 21 градус, ночью 21-23 мороза. Ветер преимущественно южного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем минус 19 градусов, ночью минус 23, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 17, ночью 20 градусов ниже нуля, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время минус 20 градусов, ночью 21 мороза. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 71%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.